Так, 2 часа ночи. Вот ямка выкопана в лесу. Рядом телевышка там, ну это не суть, конечно. Так. Пинпоинтер, гном. Ямка стандартная выкопана. Сейчас ночью не передать. Попробуем, как он там реагирует на что. Бью туда-сюда. Там закопана пуговичка мелкая. Пинпоинтер ее видит не очень, не монета все-таки, тем более может чернина любая пуговица давать. Сейчас попробуем. Так, сейчас буду подносить поглубже. Ну вот, в принципе, видит. Наружу. Убираем. Сейчас попробуем ее на поверхность вытянуть. Где она там? Теперь-то ее не найду точно без пинпоинтера. Еще темно. Посмотрим, там она осталась. А, походу сделаю еще здесь. Сейчас все полностью вытяну с корнями. Так. Ну что, блин, комары заколебали. Вроде молчит. Пробуем. Так. Это, наверное, она и торчит. Вот она. Ну, такая мелкая цель, как бы. Получается. Вроде все работает. Все, слава богу.